Клиенты Саратовского банка в панике. Стало известно, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление операции у Пробизнесбанка, который является главным офисом финансовой группы «Лайф». В нее входит Саратовская экспресс-Волга. Функции временного правления передали агентству по страхованию вкладов. Специалисты говорят, что это сделано для того, чтобы предупредить банкротство банков группы «Лайф». В итоге таких действий в Саратовском отделении банка «Экспресс-Волга» образовались огромные очереди. Люди пришли, чтобы закрыть счета и снять денежные средства. При этом руководство банка заверило, что клиентам не нужно паниковать, поскольку у «Экспресс-Волги» собственная лицензия и банк является самостоятельным юридическим лицом.